первая часть была, так сказать, формально благополучной и очень плоха по колориту. Наверное, сосна. Вот два местечка хотелось бы уточнить, чтобы уж не волноваться за эти два местечка. Это вот какие места. Буква Борис. После Бориса струнная группа, двойная черта. Лам-пим, пам-пам-пим. Меня немножко это место волнует. И деревянные флейты и фаготы. Буква Борис. Фаготы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десятый такт. Поточнее, пожалуйста, Дмитрий Михайлович. И для вас считаю. Буква Борис. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десятый такт. Пожалуйста, сыграйте мне фаготы, кларнеты и флейты. Десятый такт после Бориса, ладно? Я начну первый такт после двойной черты. Один такт до ваших осьмушек. Лам-пам-пим-пам-пи. Спасибо. Фаготы. Раз, та-та-та-там. А вы? Раз, та-ти-та-та-та-там, да? Раз. Та-та-та-там. Последний момент. Еще разочек. Лам-пи-лам-пи. Раз. Вот и очень хорошо. И сейчас не оторвал верхушку. Очень хорошо. Еще разочек, пожалуйста. Лампи, лампи, раз. Нет, все вместе, Борис, пожалуйста. Пианиссимо, пожалуйста. В первые и вторые альты, виолончели, контрабасы. Пианиссимо вписано. Там раньше ваше соло, лам-па-па-пи-рам, и у виолончели, у первых. А здесь нет. А здесь ваш попрошу, кларнеты, фагот и флейту. Одно пиано ближе к мецо-пиано. Соло, пи-па-па-пи-рам. Пожалуйста, прошу. Как Константин Сергеевич, с приветом, пожалуйста. Какая дохлятина в звуке, но просто непристойная. Пи, пам, пам, пи. Еще раз, Борис. Ну какой же это пианиссимо, ну какой же это пианиссимо. Борис, струнные, пожалуйста, только струнные. Раз. Сразу срываться. Вместе, пожалуйста, Борис. Борис. Свободнее, свободнее. Раз. После двойной черты дерево. Дмитрий Михайлович, раз, два, раппа, та-ти-та-та-та-та. Во второй удар. Раз, два, три, та-та-та-та-та-та. Немножечко ударить надо фабрикар. Та-ла-т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 а-
пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Та-ла-та-та-та-та-пам. Пожалуйста, деревяшечки. После двойной черты сразу. Раз, два, раз. Одни флейты, пожалуйста. Возьмите до диеза ми. Раз, раз. Будьте домики, дюнгер. Та-ла-ла-ла-ла-ла. Немножко та-ла-ла-ла-ла-пам-пим. До диез ми. Раз. Раз.
Вместе, пожалуйста, фагот и кларнеты. И немножко свободнее по звуку. Два. Раз. Фагот и кларнеты, пожалуйста. Раз. Два. Раз. Совершенно у вас должно быть. Раз. Та-да-да-ли-да-да-да-пам-пам-та-да-да-ти-да-да-да-там. Во второй удар. Флейты, кларнеты и фаготы. После двойной черты. Раз. Два. Раз. Блестящий Борис, все вместе. Чуточку прибавьте свободнее флейта звук. Не пьянись, вот где надо, вы не даете мне звук. Пожалуйста, Борис. Буква Иван. Слушаю. Соло первой скрипки здесь у вас пьяниссимо в Иване. Пожалуйста, прошу. Раз. Это место лам та-та-та-ти-та-та-та там у них это получается точнее. Я убедительной дружеской просьбой обращаюсь к фаготам и кларнетам немножечко это порепетировать вместе. Пять человек. Раз, та-та-та-та-та-та-там, пожалуйста, чтобы все знали наизусть. Дмитрий Михайлович, могу я на это положиться? Что вы это сделаете? Не обещайте. Со мной. Со мной вы можете репетировать еще неделю. И все равно толку не будет, как я вижу. А вот когда вы сами немножко попробуете, это будет то, что нужно. Я попрошу еще разочек ваше место после двойной черты. Знаете это место, струнные? Борис, да? Пожалуйста, Борис. Да. И давайте отнесемся к серьезному на этот случай. Пожалуйста, Борис. Раз. Thank you.
answer. Вторая часть, пожалуйста. По второй части, пожалуйста. Орал. Никакой фразировки от себя. Никакой. Два. Спокойствие. Три. В восьмушках. И во всем остальном. И не такие нарочитые вилки. Вилки очень нарочитые получаются. Нажимы. Столько, сколько выйдет. Легонечко, чуть-чуть. К самой вершинке вилки. Туда. Вот, пожалуйста. И особенно осьмушечки. Вот эти самые. И спокойствие движения. Дело не в темпе, а в спокойствии. Можно и быстро, но спокойно. Пожалуйста. И никаких нарочитых, ни фразировок, ни вилок. Пожалуйста. Я бы не хотел, чтобы первый голос был над, если можно. Второй кларнет, это не соло первого кларнета. Полное время, полные ценности нот, четвертей. Никаких свобод, кроме внутренних. Глубоко басы. Чуть-чуть. Ушел. Ну, я понимаю. Алла, папи, все время оставаться на одном уровне. Остальные голоса, когда поет хор, по первому голосу. По первому голосу. Вступление гобоев. Та-да-да-ди-да-ди-да, пожалуйста. Та-да-да-та-д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 а. Легатиссимо, легатиссимо. Пожалуйста. В оркестре. Сфорцату. Я просил все сфорцату острой атакой. Три скрипачи. В каком бы темпе ни было, там, где у нас не вышло, я возвращаю темп. Но в этом новом, более подвижном темпе должно все равно быть. Та-пам. Можно, да? Раз, еще разочек. Темпе будем делать. Договорились, да? Да я хоть здесь. И все из ничего, кларнет и соло.
не такое сильное соло, когда... Вот видите, сейчас совсем иначе. Сейчас гораздо лучше. Давайте еще раз, пожалуйста. Спокойно, спокойно. Еще раз, начнем. Время. Пожалуйста, спать в этом диминуэндо. Струны вместе. Всегда здесь я не знаю, что тут в смысле разноты, как и разнобоя. Дольче. Брамс, пишущий Дольче, имеет в виду очень большую нежность. Надо постараться ему ее сделать. Очень большую нежность звука. За такт в букве С. Лампи, пипа-па-пим, пипа-пам, па-па, ла-та-та-тим. Пожалуйста. За такт. И струны не расклеивайте. Вот хорошо. Еще красивее. Немножечко дырочку, та-та-та-та, чтобы иметь время сесть на триоль. Я сказал за тактом. Еще раз, прямо за тактом фразы, значит, четвертой четверти же не нужен. Счет предыдущего.
Дальше перед буквой Ефимом попрошу 3, 4, 5, 6, 7 тактов, пожалуйста. За тактом. Первые скрипачи, где я расширяю темп, и вторые и альты. Расширяйте 16-е. Пара-ра-ра-рим, пара, а не время первых 16-х в группе. Понимаете? Пожалуйста, 7 тактов, прошу. Перед буквой Ефим за такт. Восемь тактов. Восемь тактов. За так. До буквы Ефим. Восемь тактов, пожалуйста. Дальше. Дальше струнные кричат, что есть мочи. Вот здесь. Пожалуйста, буквы Фёдор, кларнеты, фаготы и виолончели, контрабас. У вас вписана махонькая вилочка в середине такта? Если не вписано, то надо ее делать такой торорим, да? Ну, это по музыке. Второй такт погромче, это же вилочка. И в третьем, четвертом такте фаготы, кларнеты это делают. Пожалуйста, Федор, будьте любезны. Сделаем это формально, сейчас вечером это будет вдохновенно. Пожалуйста, прошу. Георгий за тактом, пожалуйста. Первый кларнет, пожалуйста. Тыро, мецо-пьяно, начать фразу предстоящую, иначе уходить некуда. Знаете, после Георгия я имею в виду седьмой такт. Пожалуйста, громче. Раз, должен быть на месте. Цезурочка за счет предыдущего. Пожалуйста, за такт. Георгий. А красота звука где? Неужели надо дышать? Четыре такта от конца между четвертым и третьим. Что вы? Что вы? Восемь ударов надо выдержать. Так. По третьей части. Одно место есть плохое. По третьей части, пожалуйста, будьте любезны. Это будет раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Девять тактов перед буквой Борисом в третьей части. Вот это попадание в букву «Б» нехорошее. Пожалуйста, будьте добры. Значит, сколько я сказал? Девять, да? Пожалуйста, девять. Будьте добры. Прошу. Пальчики виолончели точные. Это не полет валькирии. Да-да. Пожалуйста.
опять дырочка. Олег, высокий регистр. Можно его придушить немножко? Раз, ладненько. Это будет большая помощь. Кларнет очень удобно. Сейчас еще разочек. Прошу. Сделаем. О! Поко sostenuto, пожалуйста. Дмитрий Михайлович, верхняя фа, лампарата, оба раз. Пожалуйста, дольче, тише. И второй раз еще тише. Я уж умоляю, и все-таки недостаточно нежно, недостаточно прозрачно. Виолончели, контрабас и кларнет, флейта, фагот, пожалуйста. Un poco sostenuto, пятый такт. Будьте добры. Чуточку шире так, вы же знаете, правда? А потом я восстанавливаю это вместе, чтобы не отставало. Будьте любезны, он поко sostenuto, все вместе, пожалуйста. И все-таки это крещендо у струнных, первое крещендо sostenuto велико, очень велико. Ничего не остается от музыки. Теперь третья валторна. Это я виноват. Я немножко на репетиции сделал замедление на вашем соло. И почти не будем. Он поко sostenuto, пожалуйста. Обочки. Нет и флейта, сыграйте одинаковые осьмушки. Так как играют контрабаса лам-па-па-ти-то-то-пам-па-па-ти-то-то, чтобы они успели. Немножко один задерживал, ускорил, а другой расширил, Дмитрий Михайлович. Пожалуйста, он только sostenuto. Слышу. Перед фаготом и флейт, ла-та-та-там, прямо так кларнетный такт, пожалуйста. Кларнет, флейт и фагот. Один такт до вас. Правда. Раз. Вот. Меньше внимания на вилочку, больше на точность. Пожалуйста, еще раз, это то же самое. Все вместе, sostenuto, все вместе, пожалуйста, прошу. Надо до диез и ми бемоль убирать. Лам-па-па-пи, лам-па-па-па, уходить. В той мере, в какой вы добавляете, и убавлять. Un poco sostenuto, пожалуйста. Все вместе. Теперь раз, два, от конца. Девять тактов. Флейту можно тише или это уже невозможно? А? Тогда надо, я уже 55 раз об этом говорил. Будьте любезны, духовые, вот девять тактов от конца, пожалуйста. Прошу, с еле-еле ниточкой, пожалуйста, духовые. Тоненько,
вот, иначе ничего не слышно. Струнный 9, пожалуйста, возьмите 11 тактов от конца. Без контрабасов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 тактов, да, пожалуйста. Пожалуйста. Спасибо. Виолончели, не устраивайте из этого любовные серенады. Тоненько, пожалуйста. Альты капельку добавьте. Еще разочек струнный это место. Пожалуйста. Можно все вместе un poco sostenuto? Николай, два такта до Николая в финале. Сейчас хорошее вступление после альтов. Раз, два такта, Николай.